Дорогие друзья, подписчики и гости, вот и подходит к концу 2023 год. И это лучшее время, чтобы подвести итоги и загадать, что интересного, что важного для нас принесет новый 2024. Мы с удовольствием работали весь этот год для вас, каждый день приветствуя на своих каналах. В этом году семья «Процветок» отметила юбилей. 5 лет, а общая аудитория пополнилась до 3 миллионов подписчиков, увлеченных нашим общим любимым делом – выращиванием растений. Время просмотра наших видео составило более 8 миллионов часов, а это целых 913 лет. Видео смотрели люди из 118 стран, а это половина мира. И мы благодарим вас за то, что вы с нами, и очень ценим вашу поддержку. Именно она помогает нам развиваться, делать нашу работу еще лучше, чтобы становиться еще ближе к вам. Рады сообщить, что мы запустили свою линию семян «Процветок», в которую вошли проверенные сорта белорусских и европейских производителей, в качестве которых мы уверены. И мы мечтаем, чтобы это выросло в целое направление с производством, селекцией и прочими атрибутами. Мы зарегистрировали свой магазин на Wildberries, где сможем предлагать биопрепараты от белорусских заводов-изготовителей, что поможет исключить покупку подделки или некачественного товара. А недавно мы обновили наш сайт «Процветок.ком». Просто загляните в это сообщество садоводов, и вы окунетесь в мир интересного общения и новых удивительных идей для вашего сада. А еще мы открыли первый в нашей истории офлайн-магазин. Он расположен в одном из самых известных мест Беларуси, в воротах Минска, прямо напротив железнодорожного вокзала. Это очень эффектное, престижное и удобное место. Покупки в нем будут удобны не только для белорусов, но и гостей из других стран. Весь год вместе с вами мы выращивали прекрасные цветы, ухаживали за деревьями и кустарниками, собирали огромные урожаи овощей. Вместе учились бережно обращаться с природой и познавали ее законы. С радостью и надеждой мы встречаем 2024 год и обязательно продолжим радовать вас новыми видеоуроками. Вся наша команда поздравляет вас с зимними праздниками. И мы желаем вам, конечно, процветания. Поздравляю с новым 2024 годом. Желаю удачи, а это значит урожайных градок, душевного тепла, антуража во всех делах, чудесных плодов, искренности. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю всего самого хорошего в следующем году. Хороших урожаев, крепкого здоровья, благополучия, а также финансового достатка. Пусть новогоднюю ночь исполняются все ваши самые добрые и заветные желания. С Новым годом! Дорогие друзья, пусть Новый год станет для вас годом развития, духовного и нравственного, развития здоровья и образованности. И пусть желание постоянно узнавать что-то новое, во всем разбираться и анализировать, будет таким же сильным и неудержимым, как в нашем детстве. С Новым годом! Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 2024 стал для всех изобильным, чтобы вас радовало богатырское здоровье, радовали богатые полезные урожаи, чтобы все намеченные дела и цели решались самым наилучшим образом. Я благодарю наших постоянных подписчиков и зрителей канала. С наступающим и наступившим Рождеством! С Новым годом! До встречи в 2024 году! Пусть 24-й год станет для вас годом радости. Радости от полноты жизни. Улыбок широких, смеха громкого. С наступающим Новым годом!